Учебный год закончился, а в школьном дворе 76-й гимназии в Дагомысе по-прежнему много детворы. Школьники приходят сюда каждый вечер на площадку нашего двора. Здесь ребята играют в футбол и баскетбол, шахматы, занимаются творчеством. Теперь проводить время на площадке будет еще интереснее. Депутат городского собрания Сочи Сергей Эксузян подарил детям спортивный инвентарь. Мячи, кегли, ракетки, обручи и скакалки. Все, что нужно для игр на свежем воздухе. Летняя кампания – это всегда много затрат, потому что ребята приходят отдыхать, играть, им надо развлекаться, потому что закончен тяжелый учебный год. И поэтому всегда возникает проблема, в том числе и со спортинвентарем. И вот здесь всегда мы находим поддержку от него. И в этом году также он нам не отказал. Мячей и ракеток хватит не только тем, кто приходит вечером в школьный двор, но и для дневного летнего лагеря, который работает на базе гимназии. Депутат по 13-му Дагомысскому избирательному округу помогает и площадке в селе Барановка. Еще депутат планирует оборудовать на улице Армавирской площадку для воркаута, занятий на турниках. В целом по округу сейчас занимаемся все же таки вот спортивными площадками, детскими игровыми площадками. Но я вижу, что люди выходят и занимаются там. Сегодня есть желание здесь сделать мини-футбольное поле. Это для детей, начинающих увлекаться футболом. Будет поле, мы его сделаем своими усилиями. И дети поселка Дагомыс, я думаю, что больше ездить никуда не будут, заниматься будут здесь. Ну а что касается площадки нашего двора, это уникальный сочинский проект. Его цель – объединить ребят с района, креативно подойти к организации их досуга, сделав лето незабываемым. Программа, а это спортивные турниры, экскурсии и полезные мастер-классы, здесь расписана на 3 месяца. Площадки работают в будни по вечерам. Всего таких в Сочи 147. Инга Габейшая, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.